Всем привет! Сегодня у нас набор Лего. Или у нас другой набор? Давай. Ку-ку! Мы сегодня Тёму собираем. Тёма, ты сегодня в наборе? Да. Так, это у нас какой номер? Это 60197. Лего поезд. Пассажирский. Давай, спать. Сколько пакетов, да, Тёмка? Давай. Ну, так, все, начинаем собирать. Открывай каталог. Ищи пакетик с номером 1. Где цифра 1? Цифра 1? Все, открывай. Я соберу мальчика. Да, человечка собирай. Так, теперь нам понадобится, я так понимаю... Прямая дорога. А почему прямая дорога? Она в другой цифре. А, ну она и без цифр. Понятно. Тогда вскрывать можно. Так, вот берем одну прямую. Тёмочка у нас почти собрал уже. Так. Тёма, покажи мне человечка, пожалуйста. Вот такой человечек получился. Вот что мы сейчас собрали. Я думаю, сейчас сразу круг соберем, раз он есть уже в самом первом каталоге. Так, пока вот что получилось. Это у нас Лего Сити станция, да? Тут мальчик получается вот. Угу. И светофор. Поверни светофор. Оп. Вот так светофор. Сейчас круг соберем, да, и все покажем. Вот у нас вырисовывается дорога. Дайте Тёмке собрать дорогу. Подожди, папа ее сейчас разберет, она очень тяжело разбирается. Так. Бери, Тёмка, дорогу и вот сюда ее строй. Получится у тебя? Не получается, да, тяжело? Получилось? Так, вот мы достроили у нас огромный круг. Тёмка сидит в кругу. И уже все, поставили станцию. Все, теперь давай второй, да? Да? Покажите, как второй выглядит. Ой, так. Смотри. Что мы будем собирать сейчас? Самую первую часть у поезда, да? Вот эту. Угу. Нужно найти второй пакет. Вот. Да, Тёмочка, открывай её. Так, Тёмка построил. Это, наверное, начальник станции или водитель, да? Да, водитель. Водитель? Водитель поезда, да? Ну, не водитель. Машинист. Машинист. Машинист поезда. Держи. Так, молодец. Так, это сам моторчик уже, который... Крутит колесики. Угу. Куда его нужно поставить? Сейчас пока мы его соберем. То есть надо сначала сюда колеса. Ага, колеса. Дай мне поставить. Собрать. Подожди, так. Тёмочка, сейчас папа сообразит. Я знаю, как собрать. А ты пока вот эти вот папе подавай. Вот такие вот круглые для колесиков. Хорошо? Надо тоже вот такие. Ну так вот получилось у нас. Нет. Теперь надо перевернуть вот эту платформу. Так. И ее поставить. Вот так вот получается. Что, так, на. Подожди, крайнюю. Тёмочка, подожди, сейчас папа вот покажет, сюда. Как. Так. И вот сюда провод. Угу. Вот как показано на инструкции. То есть первый вагон у нас самый главный, да, который двигает весь поезд. Да, вот так у нас получилось. Так. И это пока один пакет. Главное, еще даже один вагон не доделан. Не доделанный. Вот второй пакет, но вагончик не доделанный. Продолжаем собирать. У нас третий пакет получается еще. Там еще цифру 3. Вот так выглядит третья книжечка. Вот сколько здесь, кстати, очень много мелких деталей в этой книжке. Давай папе отдадим, папа у нас будет собирать.
потихонечку. Потом покажем, что получилось из третьего вагона. Ну вот третья, это уже оболочка. Вот она получается. Тёмка, вот такую надо найти. Да, вот она. Вот. Это кабина его. Да, да, Тёмочка, вон туда надо. Правильно. Да, молодец. Вот тут маленько собрали сам моторчик. Надо в отсек А. Ну, по крайней мере, так нарисовано. Все. Так. И где он должен вообще находиться? Потом внутри поезда, да? Ну, наверное. Да, просто вот здесь получается, в принципе, то есть. Так, с двух сторон у этого моторчика вот такие вот решетки. И это, получается, вот эти вот решеточки у нас. Вот, их мы и построили сейчас. Ставь. Давай, Тёмка, ставь ее. Так. Поставил? Я пока поставлю. Давай покажем всем, как у нас получился первый вагон. Убирай ручки, я покажу. Вот так. Колеса. Я его поставлю на железную. На железную дорогу поставлю. Вот такая хитрая деталь. Здесь специальная такая штучка. Угу. Чтобы туда пальцы не пихать. Вот так ставим. И вот. Все работает. И тот механизм, да. Открыли четвертый пакет. Тоже очень много мелких деталей. И у нас начинается второй вагон. Здесь уже где сидят пассажиры. Там даже есть вот кружка, я вижу. Кружку. Даже не одну. Есть какие-то сосиски. Так, Варюшка нашла круассанчик, да? А, вот так, Тёмка, вот, хот-дог можно собрать, смотри. Он тоже чувствует. И у нас есть, судя по волосам, девочка. А, вот она, да? Это работник поезда. А, это, наверное, знаете что? Вагон-ресторан. Денис, смотри, наверное, это вагон-ресторан. Видишь, какая у нас девочка, да? Да. Вот сосисочки, да. Наверное, это вагон-ресторан. Собрали работника поезда-ресторана. Вот, вагона-ресторана. Вот так выглядит человечек. Это женщина. Дальше у нас вот такие круассанчики маленькие. Малюсенькие. Это вот такие кексики, смотрите. Просто крохотные кексики. Потом у нас хот-доги. И несколько кружек. Кружек несколько. Раз, два, три. И еще получается запасная сосиска, потому что вторую вот такую вот мы не нашли булочку. Скорее всего, сосиска. Наш вагон-ресторан потихоньку прорисовывается. Вот здесь стала женщина, которая продает еду за прилавком. У нее вот здесь вот кофемашина. Смотрите, как прикольно сделано. Вот, потом она продает вот эти вот кексики и сосиски в тесте. Здесь столик, где может люди прийти и покушать. Вот здесь кексик, здесь круассан. В общем, интересно все так сделано. Вот первый вагон, вот второй вагон. Мы открываем последнюю книжку, номер 5. Здесь также два пакета. Сначала собираем шестой, потом седьмой. Тёмка у нас пытается собрать человечка. Вот еще один человечек. Это девушка с чемоданом. Вот так она выглядит. С хвостиком, веселенькая такая. Спешит на поезд. Все. Держите ее. Смотрите, уже собираем последний вагон. Тут у нас как электричка, я так понимаю. Типа того. Сиденье со столиками. Вот так это выглядит. Блин. Слушайте, проблема такая, что мы насчитали сначала, что для пульта управления нужно 4 батарейки. Мы их вставили мизинчиковые. Вот сюда 3. И как оказалось, еще скрыты 3 батарейки. То есть нам еще 3 мизинчиковые батарейки не хватает. В общем, наверное, мы сейчас побежим в магазин за батареечками. Вот, и потом уже покажем, как этот поезд работает. Обидно, потому что мы его собрали, у нас что-то в итоге не работает. Денис начал разбирать, и в итоге вот эта вот часть вот там как-то получилось, что она скрытая. Вот, хоп, и еще батарейки нужны. Мы строили, строили, и наконец построили! Ура! Так, он поехал. Папа, дай мне. Вторая скорость. Третья. Сейчас, мне кажется, он вылетит. Четвертая. Пятая. Так, шестая скорость.
Их 10. Их 10. То есть один раз нажимаешь, а скорость становится больше, да? Ага, точно, поехали. 8. 9. Слушайте, туда-сюда. Опа, все, авария. Вот так он едет. Все, Тёма даже пульт оставил. Можно просто наблюдать, как он едет. Все, Тёма разгоняется, похоже. Еще пару раз нажми. Итак, вот наш поезд ездит. Смотрите, можно докупать рельсы, чтобы дорога была интереснее. Да, то есть вот, вот такие всякие отсеки. Вот. Ага. И если еще потом товарный поезд купить. Вот то есть они будут ездить вместе, да? Да, там будет, там делишь, там дорогу перекрываешь, всякое такое. Да, хорошо. Тём, ну тебе как, понравилось? Тёма? Да, тебе понравился?